Содействием довольны? Потому что казалось, что как будто... Я не знаю, но, в принципе, игра была грубая, там какие-то моменты, детали я там не смотрел. Мне тяжело сейчас что-то комментировать, особенно не находился в игре. Сложно что-то сказать. Ну, в целом, как у нас смотрелась скамейка, то есть напор, страсть, адреналин, что вы увидели? Ну, игра была контактная, достаточно много контактов, что с нашей стороны, что и с Краснодара, так что... была такая неуступчивая игра, и гол, который мы пропустили, такой обидный, там, ну, бывает это футбол, так что ничего страшного. В принципе, не хотелось ворваться в такую игру, чтобы помочь команде, все-таки вы такой парень на одной адреналине могли бы отдать. Помочь команде всегда хочется, но сегодня вот так вот, что сегодня надо было поддерживать ребят со скамейки и внутри раздела, так что ничего страшного, даже так. Скажите, можно помочь. Извините, но в целом вот, приоритет какого Ахмата все-таки попытаться дальше в кубке пройти, или все-таки вы высокое место в РПЛ, то есть как вы отдаете лично? Не, ну, в любом случае хотелось бы выйти дальше, там получится с первого, со второго, будем рады, приложим к этому максимум усилий. Если нет, то с третьего точно попробуем выйти. Но здесь такая ситуация, что мы хотим повлиять на кубок и хотим участвовать чем дольше, тем лучше. Так что посмотрим, как это все будет в дальнейшем. И, в принципе, вот после матча с Спартаком у вас такая случилась небольшой интересный диалог, перепалка с журналистами. То есть как вот вы относитесь к этому, как справляетесь с этой критикой, которая на вас свалилась? Не было никакой перепалки. В любом случае, те ребята, которые там после «Спартака» берут интервью, они заинтересованы в результате «Спартака», так что это нормально. Ну, в принципе, у вас обид нет на них. Нет, и пускай на меня тоже не обижаются, все нормально. Ну и в целом, последний вопрос по поводу старта «Ахмат», как оцените? Кубок, чемпионат, то есть, что можете, какой итог подвести? Ну, в принципе, только мы начали, сейчас предстоящие игры, они определят наш старт. Я думаю, что вот следующие три тура, как раз после этих туров можно будет сказать, как мы начали. Так что посмотрим, увидим, как мы и что наиграем, поэтому посмотрим немного. Надо будет подождать до конца августа, и уже можно будет сказать, как мы начали этот чемпионат. Георгий, ну и финальный вопрос. С таким «Зенитом» вообще возможно бороться на футбольном поле? Потому что как будто... Бороться можно со всеми, тем более у всех бывают плохие дни, поэтому... Надо быть готовым, то что когда-то у «Зенита» будет плохой день, и надо сыграть свою хорошую игру, чтобы выиграть «Зенита». Сегодня «Зенит» хорош, но пройдет время, может быть, кто-то наберет или там «Зенит» ослабит. Так что это футбол. Глушенков топ? Глушенков топ.